с 7 по 10 февраля прошло масштабное бета-тестирование горячо ожидаемой MMORPG The Elder Scrolls Online. Редакция GSTV не осталась в стороне, причем мы приняли участие сразу в двух бетах и побывали как на публичных серверах для простых игроков, так и на выделенных серверах для прессы. И сейчас мы вам расскажем, что мы там видели. Первым делом мы повстречались с процессом генерации персонажа, причем вместо привычного анкетирования он перенесен на отдельный экран. Раз — 9, они разбиты на 3 фракции, а вот классов всего 4. Dragon Knight, Templar, Sorcerer и Nightblade. Зато в кастомизации внешности раздули. Настраивается все, вплоть до толщины ягодиц и округлости щек. Мы сразу обратили внимание, что котообразные каджиты в TS Online несколько отличаются от привычных по Skyrim и Morrowind. В частности, у них человеческая, а не кошачья структура ног. Это вовсе не нарушение канона, как можно было бы подумать. Согласно сюжету, в Тамриэле существует порядка 20 пород каджитов, и отличаются они весьма существенно. Например, в первых двух частях The Elder Scrolls, Арена и Daggerfall, были доступны каджиты эльфоподобной расы Ом. И отличить их от эльфов можно было лишь по хвосту и гладкому светлому меху, покрывающему тело. А вот каджиты разновидности альфик выглядят как обыкновенные домашние коты и даже не умеют разговаривать. Но они понимают разумную речь и очень обижаются, когда их называют домашними котами. А те каджиты, что представлены в The Elder Scrolls Online, относятся к самой распространенной породе — сутайрат. Правда, непонятно, почему только они и куда делись остальные. Раса никак не ограничивает персонажа в дальнейшем выборе класса, но может усилить некоторые полезные при определенном стиле игры параметры. Например, орк, помимо 2% бонуса к здоровью и выносливости, еще и быстрее обучается навыкам тяжелой брони, что никак не отразится на его магических занятиях, но пригодится, если он решит стать воином. Несмотря на переход к классовой системе, в TES Online по-прежнему действует правило — все, что игроком найдено, может быть им надето. Волшебник может взять в руки двуручный топор и махать им в свое удовольствие, а Nightblade-лучнику никто не мешает заковать себя в тяжелые доспехи. И еще один интересный нюанс — в игре будет и 10-я раса — имперцы, но сыграть за нее смогут лишь те, кто оформит предзаказ на коллекционное издание The Elder Scrolls Online — Imperial Edition. Ну а вы как хотели. По многолетней традиции наши приключения начались в тюрьме. Душа главного героя заключена где-то в Обливионе, измерении духов и демонов. Первое задание, благороднее не придумаешь, сбежать обратно в мир живых, заодно ознакомившись с базовыми функциями управления и интерфейса. Попав же на земли Тамриэля, игрок оказывается в привычной MMORPG-обстановке, зацикленной на бесконечном гринде квестов, сборе всего, что может быть подобрано, и с обязательными предложениями купить золото у китайцев в общем чате. Левая кнопка мыши отвечает за атаку, правая — за блок, а одновременное нажатие сразу двух кнопок прерывает начатую спецатаку противника. Звучит красиво, но по факту драться в TES Online вы будете так же, как и везде, поочередно тыкая в цифры от 1 до 5, плюс не забывать про Ultimate навык, закрепленный за кнопкой R. Ну а чем блокировать мощные атаки противника, гораздо проще отойти в сторону, благо игра дает для этого более чем достаточно времени. TES Online хочет, чтобы игрок себя чувствовал как герой однопользовательской RPG. NPC превозносит его за совершенные подвиги, игнорируя тот факт, что вокруг бегает еще сотня таких же героев, занятых тем же, что и вы. Игра активно пользуется фейзингом, и одна и та же локация представляется двум стоящим рядом игрокам совершенно по-разному. Вы видите мирную деревушку на берегу моря, а вот тот разодетый рыцарь, уже давно зачистивший локацию от квестов, видит вокруг пылающие здания и снующих между ними пиратов, то бишь будущее, с которым вам лишь предстоит столкнуться. Есть даже некоторая вариативность в квестах. Например, согласившись украсть бутылку уникального пойла из запасов трактирщика, вы можете либо притащить в заведение крысу и сделать свое дело, пока хозяин будет гоняться за грызуном, либо напоить местного эльфа-алкоголика и умыкнуть бутылку, когда в баре завяжется драка. Тамриэль разбит на локации хабы.
Некоторые, вроде стартовых расовых деревень, совсем небольшие. Другие же, такие как Stonefalls или PvP-зона Cyrodiil, огромны и имеют кучу связанных локаций, вроде подземелий, замков и многочисленных подвалов в городах и деревушках. Для быстрого передвижения по миру используется система светилищ-телепортов. От светилища к светилищу перемещение абсолютно бесплатно. А вот телепортация из произвольного места к светилищу стоит денег. Совсем небольших, если телепортироваться не слишком часто. Развитие в TES Online гибридное. Прокачивать нужно как общий уровень героя, так и каждый навык в отдельности. Носите тунику — повышается уровень владения туникой. Кастуете фаербол — соответственно, растет уровень фаербола. Навыков здесь вагон и маленькая тележка, и разбиты они на несколько категорий. Общие для всех персонажей умения — оружие, броня, ремесла, классовые способности — по три ветки для каждого класса, а также скрытые навыки, получить которые можно, исследуя игровой мир. Например, вступив в темное братство, его тренеры обучат героя парочке эксклюзивных трюков. Прокачав же то или иное умение до 4 уровня, его можно превратить в новые умения, выбрав один из двух путей развития. Например, добавив к своему любимому удару дополнительные повреждения или оглушение цели. Не менее навыков важна и экипировка персонажа. Толком поиграться с ремесленничеством мы не успели, но на первый взгляд работает оно по привычной схеме. Сначала игрок собирает ресурсы, а потом делает из них то, на что хватит умения и известных рецептов. Еще экипировку можно наделять дополнительными свойствами. Например, вставив камень, дающий бонус к скорости обучения, герой будет быстрее прокачивать навыки, связанные с этой вещью. Последние часы беты мы провели в Cyrodiil, единственной локации, где игрокам разрешено сражаться друг с другом. Происходящее здесь очень напоминает World vs. World в туманах Guild Wars 2. Такое же трехстороннее PvP с захватом крепостей и снабжающих их ресурсами шахт, лесопилок и деревень. Контроль тех или иных важных объектов на карте увеличивает общий счет фракции, а также дает всем ее игрокам целый ряд бонусов. В релизной версии бои за Cyrodiil станут боями за трон Императора, ведь захватившая все крепости вокруг имперского города фракция получает возможность усадить на трон своего представителя. В тех штурмах, в которых нам довелось поучаствовать, сражалось не меньше сотни игроков. Над головой летали грады стрел и десятки фаерболов. И к чести ZeniMax следует заметить, что игра при этом совершенно не тормозила, даже на высоких настройках. Если же говорить об общих ощущениях от The Elder Scrolls Online, то они в целом не изменились с тех пор, как мы в последний раз смотрели игру на Gamescom 2013. Несмотря на все ухищрения, TES Online — наистандартнейшее ММО, хоть ее разработчики и хотят, чтобы все думали иначе. Да, ZeniMax старается, чтобы их творение по возможности было как можно более похожим на основную серию. Полоска с горячими умениями внизу экрана, как будто стесняясь своей ММО-сущности, между боями куда-то пропадает. Стартовые локации Эбонхат Пэкт внешне прекрасны. Грибы, вулканы, нетчи, гуары, данмирские дома, пьяные норды в рогатых шлемах, Маайк Лжец и прочая моровиндо-скайримовская ностальгия работает безотказно. Перебегая от одного квеста к другому, зазумив камеру, на какой-то миг вполне можно поверить, что это тот самый The Elder Scrolls. Но как только начинаешь взаимодействовать с миром, причем каким угодно способом, магия развеивается. Бои сводятся к бесконечному нажатию одних и тех же клавиш без какого-либо эмоционального вовлечения в процесс. А кроме боев и квестов, здесь по большей части нечего делать. Из-за особенностей формата в MMORPG очень сложно сделать нормальный сюжет или интересных персонажей. Ну и The Elder Scrolls как серия, в отличие от тех же Final Fantasy, вовсе не про сюжеты персонажей. Это игры тысячи самописных историй, где каждая прожитая жизнь не похожа на другую. В Morrowind, Oblivion или Skyrim вы можете вообще не обращать внимания на сценарий, а просто взять, отправиться в соседний лес собирать грибы, повстречать там хоб-гоблина, украсть из его кармана записку и узнать из нее о каком-нибудь тайнике контрабандистов в заброшенном саду. В The Elder Scrolls Online, решив забить на основную цепочку задач, вы не сможете сделать ровным счетом ничего. Из первых локаций вас просто не выпустят. Ну а дальше непроходимой преградой станут высокоуровневые монстры. Хотите узнать, какие города и страны лежат за тем мостом, охраняемым скелетами? Получите 12 уровень, и мы пропустим вас дальше. Или вот еще один замечательный пример. Во всех играх серии была бездна способов обрести скакуна, если у вас нет денег на его покупку. Лошадку можно было украсть, получить в подарок или отобрать у бандитов. Как и где может заполучить четвероногого друга герой The Elder Scrolls Online? Купить и только.
Торговаться нельзя, да и воровство замыслом геймдизайнеров не предусмотрено, а то, что называется им, на самом деле лишь набор скриптов в сценариях заранее прописанных квестов. NPC даже не пискнут, пока игрок в приступе профессиональной ролевой клептомании будет обносить их дома. Как насчет подраться со стражей? Нет. Отыграть злодея? Нет. Свобода? Зачем вам свобода? Мы лучше сделаем еще один World of Warcraft. Жанр онлайновых игр уже давно в экзистенциальном кризисе. Из игры в игру кочует один и тот же набор механик и идей. Студия ZeniMax Online на добрую половину состоит из бывших сотрудников Mythic, сделавших Dark Age of Camelot и Warhammer Online. И кажется, их не учат ни недавние провалы конкурентов, разработчиков The Secret World и Star Wars The Old Republic, ни даже собственные ошибки в лице Warhammer Online. Все фичи The Elder Scrolls Online мы видели в других играх по миллиону раз, только потасованы они там были по-другому. В данный момент TES Online заявлена как игра с абонентской платой, но подождите полгода-год, и ее наверняка переведут на фри-ту-плей модель. Представьте себе, что вы купили билет на марлезонский балет, а вам вместо него показали аватар Кэмерона. Что вроде бы и неплохо, но вы все-таки шли на балет. С TES Online то же самое. Если бы творение ZeniMax называлось как-нибудь по-другому, если бы оно не претендовало на наследие великой ролевой серии, мы бы смотрели на нее совершенно по-другому. Миру не нужен еще один WoW. И надо, чтобы ZeniMax это поняла, потому что после The Elder Scrolls Online, следующий на очереди у них Fallout Online. Рейтинг ожидания. 4 балла. Не надо ждать. Then our three people.